Ну, давай пробовать дальше. Кто был ничем, тот станет всем. Станет. А на деле, как феллахи, неизвестно чем, распахиваем земь. Жабой сжала грудь блокады иго. В склепах-фабриках железо жрала ржа. Нам тризном. До мешков, до запретных сонных. Я вот по вот таким листам его не знаю, где пуски речей делай. Аппликациям этим попадать. Россия по солнцу алюминий, такой флотов изрезал. Так, который слой люблен камерами. Без гвоздя! Слюной клеить впустую! Дырку не посадите в бутырки! Однако дырки протестуют. Кто был ничем, тот станет всем. Станет, а на деле, как филлахи, неизвестно чем, распахиваем земь. Машинье сдыхало, рычажком подрыгав. В склепах, фабриках железо жрало ржа. Без железа коммунизм не стерпим. Где железо? Рельсы где? Давайте рельсы! Электризовала массы волю, голодом и жаждою металла. Крик, вгоняющий в дрожание и в еж. Уши земляные резал, даешь железо. Времена спустя, на восстание наше, на желание, на призыв двинулись земли низы. Железо бежало в извилины русл, железо текло в океанские илы. Железо текло в океанские илы. Под Крымом ползло, разогнав с Пенсильвании. Слушай, человек, рулетка, компас. Вы, оравшие, в лоск залускали, рассорил Россию под солнух. Стальной сменял алмазный бурак, и снова ломался алмаз. И когда казалось, прах надеждам тризну. Из-под Курска прямо в нас настоящую земной любовью брызнул. Будущего приоткрытый глаз. И уже по тундрам, обгоняя ветер резкий, параллельными путями на пари. Веришь? Я говорю, ну, минуты две послушала. Я говорю, ну, как тебе? Она, слушай, не выключай, я дослушаю. Она такая встает и говорит, слушай, я, блядь, завтра пойду в библиотеку. Пиздец, говорит, меня просто разорвало, говорит, ни хера себе. А там действительно, ты понимаешь, там помимо игры слов, блядь, когда он, блядь, там и тавтология охуительная. То есть другой бы сейчас, знаешь, как бы как ошибка считается. У него куб-куб, труб-труб. Но ты еще же подал. Так-то его, возможно... А твоя графика, все что-то в компоновке, она, блядь, лезут вот эти буквы, блядь. Музыка нарративная, блядь, сама читка, Маяковский. Я говорю, да ладно Маяковского, наглядай, разделайся. А ну попробуем. Я пойду курю и вернусь. Да. Дневного вечера. Как перестать мучиться и начать курить? Мне нужно, чтобы мне коноплю продавали по рецепту. Я хочу так. Ты берешь? Вот мне он сделаешь. Мне филка знакомая привезла. Марки, сожрёт с тобой, я говорю, блядь, и так я не дошел. А вот этот вот экран, Дмитрий редко подозовёт. Вообще, купец. Экран, он там? Да. Ну как, уже года два. Давно. Он всё время. А где он сейчас живет? Ну, вроде так строится там, ремонт делал, блядь, газовое, что-то оборудование, блядь, куда мне звонил недавно. Где? Да я не сам не знаю. Он говорит, наберёшь меня туда. Фары.